стала чаще и чаще являться ко мне с видом пасмурным и обреченным. Одна дама на белом коне, а другая на черном. И у той, что на белом, такие глаза, будто белому свету не рады, будто жизни осталось на четверть часа, а потом все утраты, утраты. И у той, что на черном, такие глаза, будто это вместилище муки, будто жизни осталось на четверть часа, а потом все разлуки, разлуки. Ах, когда б вы ко мне заглянули в глаза, ах, когда б вы в мои поглядели, будто жизни осталось на четверть часа, а потом все потери, потери. Спасибо, это очень интересно.